Всех приветствую, друзья, на канале. Вот такое грустное начало. Немного про цены. Цены на масло, да, на все. Такое масло я заливаю в двигатель. И вот какая была цена месяц назад. 3400. И какая сейчас? 4200. Вот даты даже на канистрах. 09.20. Это уже подорожало. И 08.20. Ровно месяц. Вот. Даже дата розлива или дата упаковки, что-то там написано. Что происходит, вообще непонятно. Почему, зачем, кто разрешил. Ну, в общем, просто берем да покупаем дороже. А потом удивляются люди, что так все дорого. А это уже вот на дачах, на любимых дачах. Заехали с утра пораньше. И тут такой замесик, как бы. Узко все, узко, места нету. Траншея выкопана. А заехать надо. Даже вот сходу что-то заехал. Слишком смело даже заехал. И вот буквально каким-то чудом не ушел я туда. Полный груз там 12 сороковок. Хотели как заехать и сразу ногу выставить, пару блоков кинуть прям на сухую в котлован и туда ногу поставить. Я заезжаю, клиент свистит. Пошла земля, говорит. Я резко назад. Ну, успел, не знаю, или просто повезло. Там земля уже была копанная, поэтому пошла так легко. В общем, делаем сперва как до котлована. Сейчас смонтируем, что достану. И потом будем уже вот эту стенку тоже ближнюю выложим полностью. Потом уже и машина полегче станет. И будем заезжать уже по-легкому. Другого варианта нет. Очень узко, кран вообще там не встанет никак. Вот уже не полностью, но больше половины разгрузился, чтобы тоже балласт нужен для устойчивости. Совсем пустой тоже дальнюю точку не положишь. Вот так получилось. Ну да, конечно, прям на грани. Вот этот блок тоже верхний, как живой ходит. Что-то стрёмно как-то все, как оно там пойдет в процессе. Вот как это все растрескалось под передним колесом. Если это все пойдет, то и блоки не удержат его. Ну вот так работаем, в общем. Слабоумие и отвага. Сейчас одну эту кину туда. Тридцатку. А, 80-ку кину вот в эту щель, чтобы блок прижать. Чуть подстраховаться. И вон туда надо дальний угол достать. Самосвальчик вот подвозит блоки, чтобы мне не ездить туда-сюда на ЖБИ. И вот такой заезд прям... притык. Что интересно, вот передом заезжаешь с блоками, да, там такой поворот резкий, прям вообще нормально. Задом пустой, вот что-то не выворачивает, он и все как-то прямо едет, или не пойму я, так намного сложнее выезжать. Так, вот я эту половиночку туда закинул, и вот туда сейчас будем сразу, пока груз есть, сразу будем монтировать туда. Ну вот все стоит,
Вроде бы все на месте. Ничего не ушло никуда. Нормально вот поставил. Ну, метров 10 там, в принципе, немного. И это что-то часам к 4 прям задуло, задуло тучи. Я говорю, все, бросай, бросаем, выгружаем, быстро сворачиваемся. А то сейчас это дождь, еле успели, в общем, выехать.